с миром. Подскажите вопрос такой. Вот в 60-м правиле написано о послаблении то, что можно рыбу. А вот где написано, что послабление масла и вино и елей? Где это написано? Так, и что? 8-10 Тимофей Александрович. Рыба не разрешается, значит, ее священник не может разрешить. Только растительное масло и вино. Но вино вот мы в рот не берем, потому что такой болезни нет желудка. Стомах какой-то там. Вот. А растительное масло в эти дни разрешается. На это не надо никакого благословения. Канон разрешает. Больше ничего нету. А то, что курочку там, Великий пост, или еще что-то, это все выдумка поповская. Ложная доброта, фальшивая. Восьмое, десятое правило Тимофея Александрийского. Вот так. Я понял. Спаси Христос. Аллилуйя. Ну, пока кто думает, еще у меня вопрос, Игнатий Тихонович. Сейчас у меня такая непростая ситуация, там сейчас суд. Вот. Как вы посоветуете? Может быть, мне пост взять, чтобы... Я не знаю, что за суд? Какой? Какая причина? Ну, суд, чтобы там... С банком, у нас с банком есть соглашение, а там нужно, чтобы суд принял другое решение. Не знаю. Так нельзя говорить, когда ничего не известно. В гражданском суде можно. Иосиф, когда находился в тюрьме, скажите фараону про меня. И апостол Павел говорит, я радуюсь, что имею возможность сказать и перед Агриппой, перед Фестом, требую суда Кесарева. То есть судиться можно. Я вот только по одному делу, когда был реабилитирован, освободился. И 11 лет шел суд. 11 лет они перематывали. Тогда Советский Союз был. Но Президиум Верховного Суда СССР отменил все бывшее. И я ее выиграл. А счет-то был не маленький. 11 миллиардов по тем деньгам. Суд вырешил не все, но... А когда нечем было платить... Мировое соглашение было в самом красивом районе Барнаул, Алтайский край. Два здания, простые здания, деревянные там, и 13 соток земли –